Всех приветствую, канал, с вами Аркадий, и сегодня я продолжаю играть в игру под названием «Призрачный хвост». Итак, у нас с вами нужно по заданию найти... По заданию нужно найти вот... А, у нас есть выполнены? Фига себе. Так, украдите документы у стражника на стене, найдите противоядие от пущи, я доцепите комплект доспехов. Вот нужно взять вот этот комплект доспехов, кстати. Найдите пару поножей, найдите салат. Ага. Латную юбку и кочужную маску. Это да. А вот где искать, пока не знаю. Не знаю вообще. А. Тут что? По звуку он где-то сверху, да? Так. Да, он сверху. Если это не так, то я облажался. Где он? Вон, он бегает по крыше, блин. Ща. Опа. Так, у нас с вами все хорошо, все прекрасно. Если кто не понял, мы с вами идем освобождать нашу супругу Мэру от лап правителя этого... этой страны. Нет. Хопа. Ой, блин, да? Что, чё? Ну, короче, они все где-то рядом. Их можно найти по звуку. Ну, ничего страшного, упали так упали. Так, это бадья. Нам нужны палочки. Так, все. Тебе показалось, стражник, тебе показалось, что это был я. Там вообще вода. Кстати, там, где я бегал, там был, кстати, арсенал. Там, где спуск вниз, это, кажется, не... Чё, сверху, что ли? Серьезно? Я вроде пока не слышу, но... Кажись, это так. Хопа. Ой, блин. Тык-тык-тык. А они где-то с той стороны. Здесь? Ну, палки есть. А палками не... А чё это у нас тут? Не помню, что их хорошо охраняли. Я? Нет, не похоже. Так, ага. Нет. Не пойдет. А палками? Ага. Много я тут узнаю. Опа. Бочки здесь ничего нет, да? А в сундуке? О! Башмаки следопыта. Следопыты – специалисты по выслеживанию, и их часто можно встретить в таких гарнизонах, как Большой Берхем и Тающие Башни. Солдаты Крысиной Гвардии получили строгий приказ – не мешать следопыту заниматься своим делом. Друг друга солдаты и следопыты сильно недолюбливают. Следопыты всегда носят такие вещи – капюшон следопыта, маска следопыта, кафтан следопыта, пояс следопыта, пышмаки следопыта. Ха! Я посмотрю-ка. Сумка. Что у нас тут по одежде? Они хорошие? Нифига себе. Все. О, нашли еще одного. Где-то еще тут рядом. Не показалось?
Не, сейчас кажется, да. Короче, мы нашли с вами еще что-то, какую-то фигню, но не то, что пока надо. Опа. А это самое главное. Зерно. Да. Ладненько. У нас есть путь назад, а? Хорошо. Фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Так. Вот там лестница. Ну, ёкалмадрид, ну как так? Короче, я уже знаю, куда бежать и что нужно делать. Ё-моё. Ну как так? Ё-моё. Я думаю, игра уже более-менее доделана. Я уже дважды за это прохождение, ну, не именно за это, а вообще за всю эту игру. В первой серии я провалился. И во второй серии я провалился. Ой, блин. Так, палка. Палка. И еще одна палка, да? Надеюсь, что так. Короче, так, берем палку. Нам пока... Хопа-хопа-хопа. Я не знаю, ну кажется, я провалился в подземелье, да? Спасибо, что не прибил меня. Так, сейчас снова это сделаю. Хорошо, больше... ой, блин, больше так не прыгаем. Опа. Да, блин, ты чё? Так, все. Лестница есть. Да, блин. Ломай палки. Хоп. Да. Закрыть. Это я уже читал. И надеваем. Хопа. Красота. Опа, что это? А, так это часть одежды? Огонь. О, офигеть. Вот это снаряга. Вот это снаряга у нас. Все. Красавец. Хорошо. Будем мы идти по более лучшему пути. Так, не. Хопа. Ой, блин, я чуть не сгорел. Так. Здесь у нас пути нет. Я забыл. Так. Там можно вернуться в темницу. Да? Да. Здесь... А, опа. А, рычаг от двери. Здесь мы тоже все поворовали. Ну, короче, нам много нужно еще пособирать. Подождите. А на карте что-нибудь обозначается? А, можно поговорить. Но здесь не поговоришь, там один ушел. Это на верхней части башни. Хорошо. Пойдем. Опа. А, там я уже был сверху. Так. Так. Да ёшки-поматрёшки. Так, все нормально. Бах. Так, охранник сюда идет. Че, думаешь, не попасть, да? Так, у него на поясе ничего нет. Ну, кроме лампы, да? Ну, кроме лампы ничего не видно. Опа, что-то есть, что-то есть. Вот что-то сумки. Эй! Тихо, брат, заснул. А, тихо, брат, заснул. Я бы его на твоем месте не будила. Если не хочешь первым под ребро. Чтобы у тебя там не стряслось, это подождет до утра. А, вы тоже пленники?
А что, нас решетки выдают? Может, я вам помогу? За меня не волнуйся, мне твоя помощь не нужна. А ты уходи, выметайся. Ляпни, что мы разговаривали, скажу, что ты врешь, как дышишь. Хорошо. Ага. Так. Нельзя разговаривать? Нельзя. А, стоп. Да, с ним нельзя разговаривать. Так. Так, лучше поберечь. Опа. Просто рыскаем повсюду. Так, на всякий случай. F5. Я нажал. Так. Так, иди поищи. Опа. Опа, опа, опа. Опа, 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 опа. Еще чуть-чуть бы нас поймали, да? Так, эту дверь нельзя открыть. Опа. Сверху, что ли? Да, сверху. Сейчас, палки, палки, палки. А, все, да? Ну, ладно. Пока что все. Пустая бочка, бочка пустая. Хе. Так. Нельзя ударить его, да? Ясно. Но драться мы пока не умеем. Да и пофиг. Главное этого жучка сейчас поймать. Сохраняемся. Ну я надеюсь, что F5 работает. А не как обычно. Опа, опа, опа. Это что было? Ё-моё, сколько здесь багов. Так. Да, блин. Так. Да, блин. Еще чуть-чуть. Че, рассвет? А, мне показалось. Так, снова. Ё-моё. Пропуск для заставы. Ладненько. Ладно, здесь мы, кажется, все рассмотрели. Я больше не вижу смысла. Ой, блин. Ой-ой-ой, да? Хопа. Я не знаю, что это, но пойдем-ка посмотрим. К
Ключ от арсенала. А я знаю, как попасть в арсенал. Опа. А, уже сейчас будет рассвет. Здесь идет время по-своему, да? Ай, блин. Ты чё? Так. Многие, в том числе коллеги, да и он сам, считают долго самым лучшим в мире вором. Непостоянный и достаточно долго, одновременно и герой, и злодей для своих жертв. Рассказы его детства и хитрости стали легендами, и с каждой такой историей его слава растет. Ну да, в составе части ряда долга. Шляпа вора, маска вора, козол вора, пояс вора, башмаки вора. Опа. Да ты достал. Так, куда я попал? Ага. Кузнец на месте. Хорошо. Получается, что у нас там? Ага. О, получше будет. А прищепка? А, ну ладно. Хорошо. Офигенный у нас снаряд. А что у нас там? Ага. Блин, я уже все дороги-то забыл. Так. Это у нас улей, хорошо. Так. Хопа, забираемся. Так, так, так. Эй, тупые солдафоны. Тупые, тупые. Тупенькие вообще. Так, что у нас тут? У нас как все обычно, да? Нифига ничего нет. Ой, блин. У нас палки нет, да? Да, блин. Блин, нельзя даже. Ё-моё. Ладно, будем знать, что сверху у нас какой-то бар есть. Тук-тук-тук. Сейчас тихонечко. А, стоп. Пролазим. Чуть-чуть, чуть-чуть. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Что у нас, путь наверх, да? Так, я был там. Теперь мы спускаемся. Ой, блин, ой, блин. Да-да-да, красавчик, да? Да ты красавчик, я вижу. Так, у тебя больше ничего нет. Опа. Уходи, документы стражника. А! Я не знаю, какой я ключ получил, но бежать быстрее надо. Дальняя башня. Карт у нас нет, да? А, жалко. Стоп, чё? Так. Скрываемся. Да, блин. Да мы вообще красавчики. Вот я, насколько помню, вот арсенал. Сейчас-ка, подождите. У меня разряжается телефончик, на котором стоит таймер.
Так, ага, ну не таймер, а секундомер. Вот здесь, когда я раньше тут бежал, я здесь поймал охранник, и я... Ой, блин. Вот он, охранник. Ага. А можно понять, что да как? Так. Угу. Давай там смотри. И уходи вниз. От него, кстати, я убегал. Я не знал, что здесь есть охранник. Но это, кстати, арсенал. Потому что мне пришлось даже спуститься вниз. Ради этого. Хоп, хоп, хоп. Так. Палки, 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 палки нам нужны. Ладно. Спускаемся вниз. Ну, вообще исследую. Так, здесь я не был. О, все. Постепенно открываем себе карту. Мы немножко ищем какие-то комплекты одежды. Ну, как обычно. Вот он, арсенал. Да блин, нельзя, да? Я хочу его приструнить, вдруг у него что-то есть ценное. Ой, блин. Извиняюсь, извиняюсь. Ключ от арсенала. Так, все, 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 все. Убегаем, 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 убегаем. Ключ от арсенала. Ключ от арсенала. Убегаем как можно дальше. А все, у нас записано. Ой. А, все, не преследует, да? Не преследует. Он про нас забыл. Так. Тут, тут, тут. Быстренько убегаем. Там же можно как-то сверху проникнуть, да? Не? Вообще никак? Да. Может как-то по-другому можно проникнуть. На второй этаж-то. Так. Ящик пусто. Здесь тоже ничего такого нет. Исследуем дальше. Так, чё? А, там текстура. Надо быть аккуратнее. Закрываем. Чё? Там можно поговорить с кем-то? И мне показалось. Как-то, кажется, кажется мне, да? Может, сверху какой-то проход есть? Не, мне показалось, кажется. Показалось. Так. Может, поищем жучков пока? Так. Иди нафиг.
Так. Какими вообще мы обладаем знаниями? Задание. Изучить документы. Так, сумка. Ключ у лягушки. F23. Лук парей, кабачок. Ладно, ключ у лягушки. Что у нас по заданию? Поговорить с лягушкой заключенным. Ё-моё. Ладно, у нас хотя бы есть миссия. Извиняйте. Глухие крысы. Слепошара. Слепошара. Слепой. Лошара. Слепошара. Слепой лошара. Ла-л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 а. Слепошара еще какой. Так, прячемся за дерево. Он нас точно не увидит. Здорово. Доброе утро. Тебе что-нибудь нужно? Это место начинает суть нужно так. Я еще место хорошо. Угу. Так. Дальние башни леса, так, ага. Да, верно, я хочу это. Хорошо. Продолжить. Да. Ага. Есть гавань, есть берег, ага. Давай на всякий случай стоков. Да, на все 100. Хорошо. Нет, не думаю, все хорошо. Нет, спасибо. Да. Так. Найти дорогу. Фауст. Я уже его видел. А, нет, вот еще не видел. Я еще крыску не фауст. Фауст, значит, по тонкому льду ходишь, мышь. 4 флорина, плати, тогда договоримся, хорошо? Все 4 флорина. Фауст, значит, так, спустись в стоки, дойди до старого зала с резервуаром. А там просто иди по синим грибам. Это все, что я могу сказать. Ладно, ты еще что-то хотел? Нет, спасибо. Хорошо. Так, сейчас нам нужно поговорить с лягухой. А это, значит, мы возвращаемся. Так, там у нас ничего нет, да? Так. Ха! Ха! Лошара. Так, я же бегу. Так, у тебя ничего нет. Побежали. Бутылка. Бутылка. Берем, уходим. Так, какие у нас вообще ключи есть? Сумка. Ключ от ящика. Ключ от тихой двери. Ну, понятно. Пощади двери. Там, кажется, какой-то рычаг, да? Возможно, есть. Нет, никакого рычага рядом нет. Хотя... Нет, нет. Кушан с маслом. У меня заправлен. Так. Пробежались. Хопа, хопа, хопа. Палочки мы взяли. Тык-тык, тык-тык, тык-тык. Главный тюремный ключ, ё-моё. Так, здесь мы были. Так, сейчас здесь пройдем. Он пройдет, и мы пройдем. Так, а эти бутылки нельзя брать, да? А нет, можно. Опа. Тут. Так.
Кричащая дверь. Танц-танц-танц-танц-танц. Вообще ничего нет. Нет ничего. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да заткнись уже. Заткнись. Ха. Тык-тык-тык-тык-тык. Так, поговорим с лягушкой. Грибочки всегда будут нужны. Ну что, жабка, привет. Че надо? Давай уже сходу. Давай уже, скрыгобёкки, говори! Мне сказали, что у вас есть ключ к воротам, что ведут стоки. Ого, ключ значит. Как знать, мышонок, может и есть. Хм. Так. То есть есть или нет? Ладно, можно мне ключ? Может быть, есть пароль, если пароль назовешь. Кабачок? Топсет, лук, парей. Это пароль и список покупок. Понятия не имею. Мне эта стража свои пароли не говорит. Ладно, ключ у меня в горшке. Ладно, посмотрю. Так, в каком горшке? В этом? Ага. Ну, в этом же горшке, да? А! Там нету. Жми печку, игрок бомб, бросай глотку. Ключ от канализации, его не было в горшке. Постой-ка! А теперь есть! Ах ты хитрюга, ах ты хитрюга. Эти Фауста. А теперь нужно так. У меня есть ключ ворот к стокам. А где стоки? Кажись они, да? Да? Да. Вот теперь по путешествию. Ой, блин. Ой, блин. Так, осторожно. Ага. Да вы издеваетесь. А если что-нибудь поприличнее? И почему здесь капканы расставлены? Так, мы его найдем по синим грибам, да? Так, это что у нас? Так. Ё-моё, ё-моё. Так, что у нас тут? Кафтан следопыта. Стоп, подождите. Кафтан следопыта. Это у нас... От падения огня, но скорость уменьшает. Нет, это нам не нужно. Сейчас это нам не нужно. Тут у нас ничего, ничего, ничего. Палки, палки. Палки, склянки. Череп крысиный. Ладно. Опа, что это? А. Понятно. Так, скоро кончится фонарь. Заберем. А здесь у нас пусто? А, карта стоков. А я купил карту стоков. Это что у нас? Нет, ничего не открывай, да? Нет ручка. Стоп, грибочки. Я просто следую этой миссии, да? Ничего интересного. Ключ от винокухни. О-о-о. Это что у нас? Ха. Я че вернулся туда же? Опа, опа. Да нет. Вроде все правильно я иду. Ну, главное, флорины я трачу нормально. Так, от винокухни. Ладно, свечка, пусть свечка горит. О, здорово. Пойду сюда.
Так. Нет! Все, вот здорово тратить. Так, я не понял. Я что, заражаюсь? Так, еда. Быстренько жрем. Быстро, быстро, быстро. Так, сейчас буду заражаться. Так, 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 так. Он плывет обратно. Все. А вот и подземелье начинается. Я не знаю, куда я ползу вообще. Надо будет исследовать эти стоки, ё-моё. Ага. Так, что у нас там? А. Хорошо. Я вернулся обратно. А это мне не нужно. Я там еще какие-то ворота открыл. Надо будет тоже посмотреть их. Так, опа. Так, что у нас по здоровью? Че, зря их... Ушел, да? А чё? Да чё ты? А почему я его не вижу, а? Ой, блин. Опа. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Палка всего лишь утонула. Палка всего лишь утонула. Так, ладненько. Так, здесь какой-то потайной вход. Так. Ага. Всего лишь два кольца? Хорошо. Вот так вот будем крутить. Так. Вообще ничего, да? Ну ладно. Комбинация из двух чисел, блин. Ну, это уж не так много. Можно даже сопоставить. Так, так, так. Так, так, так. Ну, вообще ничего. Подождите-ка, нет у нас на всякий случай. Никакого другого нет, да. Хорошо. О, открылось. Опа, алхимик. Это фалс, кажись, да? Я нашел фалс-то, да? А, это аптека. Ты где был? Я тебя уже битый час жду. Простите, задержался. Я уж хочу думать, что ты попал с пиявком. Ладно, главное, что ты тут. А ты какой-то худосочный. Ладушки. Мягкие, ручки тощие. Ага. Но зато и все целы. Так что пойдет. Пора браться за работу. Я обещал хозяину, что следующая партия будет готова к валянию. Почитать? Ежегодный ритуал, проводимый в лесу после обильных дождей, когда почва полностью раскиснет и превращается в сплошную грязь. Чё, подождите-ка. В течение трех дней возможны, и при этом весьма подозрительные, существа собираются, чтобы, вероятно, поваляться. Точный характер мероприятий, проводимых в ходе валяния, остается загадкой, исследователи пока не пришли к однозначным выводам в отношении того, что символизирует и в честь чего проводится валяние. Один утверждает, что оно олицетворяет смерть и возрождение.
смерть и возрождение, либо возможность насладиться своими же несгодами. Другие считают, что это ритуал единения, во время которого грязь делает всех существ близкими и равными. Как бы там ни было, доподлинно неизвестно лишь то, что с валяния всегда возвращается меньше существ, чем отправляется на него. Ага. А я Фаустрот, свое слово держу. Вы Фаустрот? Значит, ты слышал обо мне? Да, слышал. Что ж, я не удивлен. У меня есть кое-какие дела в другом месте, так что последи за перегонкой, пока меня нет. Это критически важная стадия. Если давление упадет, попадется партия. Любую протечку в котле или трубе надо сразу устранять. И берегись паров, они очень вредны. Работай быстро. Я отлучусь ненадолго, так что вряд ли ты успеешь натворить тут дел. Скоро буду. Ага. А где? Ага. А, ну. Неплохо. В принципе, а, могу здесь стоять? Ай, блин, нет, не могу. Хопа. Я это забываешь. Мои проблемы, пока я отходил. Нет никаких проблем. Прекрасно, прекрасно. Сэр, помогите, прошу, мне нужно сделать противоядие от паучьего яда. Понятно, и по какой причине я должен приготовить его для тебя? Пауки совсем смирили. Хотите искать себе этого помощника? У тебя есть образец яда, полагаю? Нет. Что ж, я так и думал. Посмотри в капканах, которые оставлены на стоках, может повезет. Хорошо. Вот это для яда. Красота этого маленький флакончик, хорошо. Принеси мне образец, остальное я сделаю. Хорошо. Сколько там нужно по заданию? Так, противоядие. Ух ты, блин, ё-моё, сколько у меня тут всего. Ладно. Найти паучье яда, найти противоядие, паучье яда. Хорошо. Блин. Пока я прохождение не смотрел. Опа. Свечи пригодятся. Хотите, чтобы я сдох? Так что отдавайте мне все, что у вас есть. Фауст. Ха-ха. Бочка пуста. Так, зерно. Извините, Фауст. Я возьму это все. Если вас это не затруднит. О! Все, заправляем, заправляем. Сейчас тут все понаделаю, и я сохранюсь. Ха! Извините, Фауст, что тут лазю. И здесь. Палку, 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 палку. Да блин! Не могу до сих пор прыгнуть, что я нужно брать на мышку. Ладненько. Так, ну в принципе, готов к боевым действиям. Не понять. Ага. Ключ от винокурни. Хорошо, мне нужна винокурня. Благодарствую, благодарствую. Так, сначала тут посмотрим. Так. Тут есть некий лифт. Можно его запустить, да? Флорины. Да, валяются деньги повсюду. Так, здесь есть лифт, хорошо. Ну, короче, единственный путь отсюда, это здесь. Сейчас я туда пройдусь немножко. Тык-тык-тык-тык-тык. Так. Ладно, я не знаю, куда мне идти. Определюсь в следующей серии. С вами был Аркадий. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. До скорой встречи.